Лекция на тему агентурная... Что такое? Не-не, продолжай. Лекция «Агентурная сеть. Основы цели и способы реализации». Агенту сети не нужно привлекать на себя внимание. Агенту сети не нужно распространять информацию, что он работает на ФБР кому-либо, кроме руководства ФБР. Агенту сети нужно докладывать о каждых нелегальных действиях со стороны банды, мафии или же коррупционных со стороны госорганизаций. Агенту нужно все фиксировать на миниатюрную камеру со встроенным микрофоном, который ему выдали при найме на работу, ну, при вербовке. Агенту нужно включать камеру, как только начинает он где-то находиться. Просыпаться. Да, как только проснулся, так сразу, ну это там подкорректируем немного лекцию, надо... Я это слышал у Виндера. Все хорошо. Вопросы есть какие-либо? Не-не. Отлично.